Приветствую вас. Существует много достаточно способов толкования сновидений, чтобы занимался Фрейд, занимался Юнг, занимался Адлер. Вот, соответственно, у всех у них есть свои подходы к толкованию сновидений. Мне ближе идея о символизме. Да, то есть символическая схема толкования сновидений, мне кажется, ближе всего, потому что, как бы, то, как это интерпретировал, например, Фрейд и психоанализ, как интерпретировали сны Адлер и его последователи, мне не очень близка вот юнгианская школа толкования сновидений, мне нравится. И мне кажется, что здесь, с точки зрения именно юнгианского толкования сновидений, вот вы говорите сами, ответили на твой вопрос, что много людей через которых не могу пройти никак, да? И, соответственно, если вы не можете пройти мимо людей, а есть люди, мимо которых вы не можете пройти, то совсем очевидно, что эти люди, они как бы, ну, как бы, мешают вам двигаться своим путем дорогу, мешают вам двигаться вперед. Идти тем путем, который вы, например, себе выбрали. Вот. И, соответственно, вы идете не своим путем. И вот этот сон, что вы сели на этот поезд, он как раз говорит о том, что вы не на своем, как бы, пути находитесь, да, не на своей дороге. Вот. А именно из-за людей. Именно из-за людей. Именно из-за тех людей, мимо которых вы не можете пройти. Никак. Вот, и, соответственно, вы находитесь в таком вот, ну, я бы сказал, неком напряжении. Вот, и если мы говорим о, если мы говорим о том, что такое, ну, что, вот, значит, о чем говорят о сновидении? Вот, то сны отражают именно некий конфликт. То есть сны, своего рода, это вот такой, можно сказать, способ разрешить конфликт, если он есть у человека. Ну, в данном случае понятно, что он у нас есть из-за того, что вы не можете пройти мимо определенных людей. Вот, я думаю, что так вам и можно ответить на этот вопрос. Что касается соников, ну, мне, вот лично мне видится так, что соник очень-очень-очень пальцем в небо. Ну, мне так видят, по крайней мере. Вот. То есть я тут не пытаюсь, да. Я не пытаюсь как-то принизить значимость соников, да, но я бы сказал, что они очень сильно пальцем мне, вот мне так кажется. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Мне кажется, что вот с точки зрения психотерапии, с точки зрения психологии, вам имеет смысл разрешить вот этот вот конфликт, из-за которого вы не можете пройти мимо некоторых людей. Вот, и я думаю, что этот сон вам перестанет. Вот.
такая вот история, в принципе. Такой, вот, момент. Так это мне, ну, так мне видится. Это. А вот, в принципе, что можно ответить. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам помог более-менее разобраться в себе. Очень надеюсь, что это было для вас как-то полезным. Вот. Если остались вопросы, обращайтесь к любому из специалистов, будем рады помочь вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ваша ситуация будет успешно разрешена самым лучшим образом.